Почему зимой головокружение беспокоит чаще? Все равномерно белое. Вертикали немного. Глазу уцепиться не за что. И организм дезориентирован, потому что мы привыкли цепляться за вертикали глазом. Причинами системного головокружения могут быть нарушение зрения, заболевания вестибулярного аппарата, нарушение кровоснабжения головного мозга, физиологическое головокружение, поражение шейного отдела позвоночника, остеохондроз. Неукоснительное выполнение предписаний врача – залог успешного решения проблемы. Обо всем этом узнали слушатели лекции на тему головокружения, давления, упражнения для профилактики, которая прошла в рамках партийного проекта «Единой России. Здоровое будущее» в микрорайоне Чкаловский. Пятое занятие мы здесь проводим совместно с Центром здоровья, занятия для Совета ветеранов. Жителям очень нравится, они посещают активно, задают много вопросов, ходят отсюда воодушевленные. Лекции школы здоровья пользуются все большей популярностью среди людей серебряного возраста. Как укрепить здоровье, предупредить заболевания, вести активный образ жизни, рассказывает врач высшей категории, заведующая Центром здоровья Щелковской больницы Татьяна Колосова. Я постоянный слушатель школы здоровья. Вот, мне очень нравится, очень познавательный, поучительный. Вот я то занятие прослушала, как давление снизить. Вот это все мне понадобилось. Мы очень рады, всегда ждем, спрашиваем, а когда следующее будет заседание? Темы самые разнообразные у нас и наглядное пособие, и можно спросить во время беседы дополнительный вопрос какой-то определенный. Это здорово, причем приглашают сделать диспансеризацию, и мы пользуемся этим. Расписание полезных бесплатных занятий можно найти на сайте и в социальных сетях Щелковской больницы. Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.